Мы снова в аду, друзья. Всем привет, с вами спикер, и наша задача закрыть колодец. Последняя миссия, последний крестовый поход. Хорошо, идем сразу на дело. У нас все максимум. Идем на дело. Так, у нас пушка есть. Да, три снаряда. Я готов уже мстить и убивать. Только покажите кого. Это что такое? Видимо, тот самый колодец, который нужно закрыть. Ну, в принципе, очень красиво. Хорошо, чуть не упал. Там вижу какие-то порталы, и вижу, ребята появились. У нас есть крутая пушка, и можно ее воспользоваться. А ну, ребята, сейчас посмотрим, как она будет издалека работать. Ух ты, да, вот это реально крутая пушка. О-о-о. Первый раз видел в действии, издалека. Хорошо, возьмем дробовик. Чоп, кто-то меня прессует, походу. Так, у нас, в принципе, есть ракета, а наводки у нас нету никого. Хорошо, прыгаем вниз уже. Ух ты, довольно высоко. Так, ну что, мы спустились вниз и готовы убивать. Там вижу какие-то портальчики. Видимо, через них можно просто перемещаться. Сейчас посмотрим. Тут есть бочки. Как раз то, что нужно. И первый портал вперед уже. Он просто вверх и вниз. Ну, в принципе, понятно. Ребята, сразу двоих сняли. Вот это круто. Ох, понеслась потеха. Все, что нужно. Так, он готов. Сейчас добьем тебя. Прямо об стенку. Нет, не получилось красиво. Прям в задницу можно пойти. Ух, просто в мясо. Так, ну что, осталось только мелочь, походу. Ребята, вы просто мелочь какая-то пузатая. Сейчас вас быстренько ракетами сразу двоих сняли. Вот это то, что нужно. Так, наводка. А у нас нет наводки, сходу переключусь. Надо переключиться, но там, походу, есть ведьма у нас. Уж не как хорошо там. Так, ведьма, не нужна ведьма. Где наша родная ведьма? Ах, походу, уже готова она. Да, обшияк. Ох, можно уйти отсюда. Оху, прибрежку и просто в портал. Вот это получилось круто. Да у нас два монстра сразу появилось. Как нас же встречает очень жарко. Хорошо, у нас есть крутая пушка. Ребята, сейчас все поцелуемся. А ну все вместе. Скажите сыр. Оху, реально круто. Там еще есть? А ну давай-ка еще разок. Уже все патроны потратил. И походу всех уничтожу. Сколько мяса. Обалдеть. Это дум, детка. Какой-то живучий-то. Так, есть жизнь, есть патрончики. Все соберем. Музыка играет, кто-то есть еще. Конечно же, есть. И тут очень много. Только перезаряжай! Пушим в сторону. Сейчас прям в задницу. Гренка, готова? Вот теперь точно готова. На тебе в глаз. Так, музыка еще играет, кто-то еще появляется. Сейчас респанулись, ребята. Держи ракетки. Держи еще ракетку. Мне не жалко. Хорошая позиция, чтобы просто стоять здесь и отстреливаться. А пошла гренка. Пошли уже ручные гренки. Какой живучий-то монстр-то. Все, готов он. Так, кто у нас следующий? Так, есть портальчик, еще есть сверху портальчик. Ну, в принципе, все одинаковые они. Можно просто побегать и посмотреть, где у нас припасики есть. Так, нет, ничего нету. Пусть ребят подбегает ко мне, и я уже с ними разберусь. О, прямо позади. Так, это бочка. Нет, это не бочка, это просто... Там еще ведьма появилась. Так, он готов уже. Там у нас есть ведьма, нужно найти же ее. Фу-ху. Сыбачка, похоже, реально на сыбачку. Так, быстренько в портальчик. Вышли в портальчик, и что у нас тут есть? Еще монстр прямо по центру. А наша сыбачка... О, ведьма. Ведьма, то, что нужно. Ведьма, ведьма, погоди, сейчас я уничтожу. Так, она готова. А где наша сыбачка? Я ее не вижу. Так, вашего гренка в него. Пускай подходит поближе, и мы уже дробовичком его добьем. Надеюсь, мне никто не помешает. В атаку уже идем. Реально идем в атаку. Мало припасов, всего же два патрона осталось. Ох, вот наша и собачка. Как хорошо у нас, в принципе, есть ракета. Сейчас ракетами, ребята, сейчас держим позицию. Ох, это было жарко. Так, быстренько собираем. И, походу, и все. Контрольная точка. Так, дверь открылась. И вот наш, походу, колодец. Мне кажется, не все так просто будет. Хорошо, побегаем. У нас тут был бонус, друзья. Ох ты, да. Тут был реально крутой бонус. Хорошо, быстренько уже бежим дальше. Надеюсь, там появятся монстры. И сможем подраться. О, походу появились. Ребята, подходи ко мне, я готов вас убивать. Это обычный зомби, но хотя бы зомби уничтожим. Так, патрончики. Так, идем дальше. Идем, конечно, дальше, надеюсь, будет побольше монстров. И у нас уже кончается. Ох, какой-то обрыв. Обычный зомби и все на все. Бочки раскидали. Ребят, нормально. Наш бонус кончается, в принципе, мы парочку уничтожили. Еще одного хотя бы. И еще одного успели. Так, ну что, возможно, ручной, в принципе, то же самое будет. Готово. Мы не ищем легкие пути. Так, секундочку, мне нужно, по идее, в центр. Да, нужно просто обойти уже. О, да, об коленку его. Походу, успокоились. Так, есть припасики, соберем. Нам, походу, нужно именно вот сюда. И нужно обойти уже другой вход. Так, вижу, есть с другой стороны. Сейчас дойдем уже. Так, припасов больше тут нету.
Ух, жуть какая. Точно, у нас есть бензопила. Это то, что нужно. Так, ребята, нет, нужно обычные, только обычные. Нет, просто обычные ребята. Хорошо, вас можно и так уже. Я с ракетами вас. А вот, походу, что-то посерьезнее. Хорошо, берем бензопилу и идем в атаку. Ух ты, да, бензопила, то, что нужно, детка. Так, можно тебя разрубить? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Где ты бегаешь? Ты видишь? Да, ух ты, да, его тоже можно. Он тоже готов. Это был последний. Так, ребята появились, но я не вижу, куда именно дальше идти. У нас здесь просто тупик. Какая-то засада получилась. Хорошо, пойдем в другую сторону. Но нам нужно попасть как-то в центр все-таки. Так, можно посмотреть это сверху? Сверху у нас прохода никакого нету. Так, а вон вижу. Вон туда нужно именно идти. Там вроде был тупик, а монстры появились все-таки. Так, вон там вижу парочку мостиков. Так, можно по лестницам. Это мы активировали. А, черт его знает, что это такое было. Хорошо, наверное, пролетим. Где-то можно аккуратно пролететь. А вот здесь можно. Сколько тут припасов? Так, появляются ребята. Ребята. Довольно обычные ребята. Поближе. Поближе, драп. Нет, не успел все-таки. Так, вижу клоуна. Вижу клоуна нашего. Так, нету больше его. Нам нужно вниз. Нужно аккуратненько не упасть вниз. Так, возьмем дробовичок. Бесконечное количество патрончиков. То, что нужно. Так, походу там еще ниже. Так, у кишки. Давай-ка в припрыжку. Ух ты, да, еще прыжок. Ребята появляются и сразу ждем. О! Не очень удобная позиция. Негде скрыться. Нет, он готов уже. А вот еще один появился. Открывает пасть. Я не буду уже уничтожать, потому что мы просто реально упадем вниз. Так, нам походу все-таки падать вниз нужно. Жизнь соберем. У нас максимум жизни. И продолжаем нашим. Так, мне кажется, практически уже дошли до туда. Теперь нам, походу, именно вот сюда прыгать. Тут у нас ничего нету. Ну-ка, все-таки посмотрим. Ох, есть бронь. Ох, есть бочка. Готово, сразу двое. Ребята просто не ожидали. Так, дальше некуда. Осталось только вот сюда. Ну что, прыгаем уже вниз. Можно, по идее, даже сюда поверху пройти. А можно пойти и понизу. Так, давай-ка, наверное, поверху. А возможно, здесь даже и будет и тупик какой-то. Пока у нас нет тупика, мы идем. И все-таки спустились вниз. Так, а это что такое? Первый раз такое вижу. Ну, возьмем, конечно же. Бейте его. И мы практически подошли уже, друзья. Так, вижу, есть монстры. Возьмем ракету. Так, вы далеко не уходите. Так, ваши ракетки. Так, готов, есть еще один где-то снизу. Так, наводка. Куда-то он зашкирился. Так, ну что, спускаемся. Я вижу, у нас что-то есть, какие-то души. Это, видимо, те самые души. Хорошо, спускаемся, и начинается потешка. Так, это и все, что ли? Всего лишь один. Не, ребята, мне нужно побольше. Так, есть портальчик. Переместимся куда-нибудь. Только аккуратно не упасть вниз куда-нибудь. Тут будет довольно высоко. Так, бежим в нашу сторону. Ох, бочка! О-о-о. Хорошо, бочка на червой остался. Ух ты, да. Ну, подходи ближе. Так, он готов, как-то ребята реально остались по одному, по двое. А где же вся эта масса? Масса смерти и уничтожения. Так, давай-ка наверх, там был бонус какой-то. Так, вон ребята появляются. Как-то реально по одному появляются. Нужно сразу все вместе. Все дружно вместе ко мне в атаку. Так, у нас, ах, вон бегут все-таки. Так, берем бонус, 4 крана, урончик. И давайте, ребят, подходим. Давай двойной. Слишком далеко. Всего лишь навсего дробовик. Он далеко не берет. Подходим поближе. Так, ребят, готов сразу вдвоем. Так, ну что, спускаемся. Минуточка заиграла. И где-то их много. А вот где я их не вижу, правда. Где-то сверху. Так, есть патрончики. Ребята, я вас не вижу. Они прям за мной бегут. Так, пошла гренка в их сторону. Давай, еще одну греночку. Ух, сколько их тут. Так, он готов, что экран практически прошел, мы их не очень-то много уничтожили. Так, давай последнего хотя бы не успел уничтожить его. Давай наверх. Наверх можно и сразу огонь. Хотя можно ракетами. О, довольно интересно будет. Наверх, наводка и ракетами. Вот таким макаром. Это круто. Это реально круто. Можно же и без наводки. Это тоже довольно круто. Так, и вот ребята появились наконец-то. Где ж вы были? Я вас так долго ждал. Сколько вас здесь? Так, есть портал. Как же бодается он? Сейчас в портальчик уйдем. Куда-нибудь подальше уйдем. Сделаем наводку. Прям передо мной. Сейчас его загасим.
мордашку. У нас там парочку собачек есть, которых нужно уничтожить. Так, сверху собачка. Ух, уже прям ко мне подбежали. Сейчас они тут очень быстро успевают переключаться. Я так не успеваю. Есть тут бочка. Есть бочка, подождем, пока кто-нибудь подойдет. Пошла ракета. Так, он готов. Есть еще там за углом. Сверху вижу. Так, держим позицию. А вот и наша собачка. Возьмем дробовичок. Там уже две собачки. Пошла гренка в вас. Ух, там еще и третья собачка. Три собачки против одного. Там еще сверху есть обычный. Так, он как бы дальше. Так, давай-ка наверх. Пока, собачки, я наверх пошел. Надеюсь, не доберется. Нет, не доберется. Давай, припрыжку. И сразу в мордашку. Красиво было. Так, держим позицию. Тут довольно здесь уютненько будет. Так, еще одна прибежала. Это, походу, у нас вторая. А вот и третья прибежала. Все вместе. Так, давай-ка гренкой забьем ее. Она готова. Так, ребята еще появляются. У нас есть крутая пушка, а у нас ее нету. Я уже все потратил. Хорошо, возьмем уже такой. И сейчас мы тут устроим полный ад. Ребята просто не знают, что такое ад. Ух ты, да, это просто жесть. Нас, походу, кто прессует. Прям вплотную. Сейчас прессанем мы тоже их. А может, по идее, и сюда залезть. Вот, убираться комфортнее. Ребята, я вас не вижу. Где-то, походу, парочка все-таки речит. Где-то прям вон там. Хорошо, можно наводку найти. А вон наводочка или ракеты сами набит уже. Так, где-то там все-таки зашкирился. Сейчас найдем поближе. Куда ты зашкирился, мой друг-то? Где-то наверху. Так, здесь из жизни. То есть из брони подберем ее. Ох, подберем как раз. Он бежал к броне. Так, он готов, да, контрольная точка, и был последний. Так, ну что у нас, 60 метров, нам нужно подняться вон туда, друзья, чтобы что-то с ней сделать. Так, давай-ка, наверное, пройдем. Так, открою дверь под кодом, и нам наверх. Ух, сколько тут жизни, припасиков. И вот, походу, первая душа. Да, у нас три души, и нужно просто что-то с ними сделать. Сейчас что-то сделаем. Берем просто и отключаем. Так, показывает какой-то пальцем. Походу, уже другую точку показывает. Спасибо, я, в принципе, так понял. Осталось еще две души. И уже можно будет уничтожить полностью ворота. Так, а куда нам нужно дальше идти? Так, пошли, наверное, вон в ту сторону. Можно, в принципе, и здесь даже просто упасть вниз. Так, вижу чью-то голову. И, видимо, мне нужно именно туда идти. Эх ты. Ну что, прыгаем вниз уже? Посмелей. У нас есть такие двери, но не открыты. Хорошо, наверное, пойдем в эту пасть. Нам, наверное, именно вон туда. Да, все верно. Именно вот сюда, друзья. И вон у нас вторая душа. О-хо. А тут довольно уже устрашающий. Хорошо, у нас пушка. У нас есть пушка, так что, если что, будем воспользуемся. Кто-то мне прессует. Сейчас наводку найдем. Он наша мелочь бегает. Так, он готов. Хорошо, спускаемся, посмотреть на эту красоту, спускаемся, и сейчас начнется поддержка. Да, заиграла музыка, ребят подбегает и начинается. Вплотную, прям в задницу. Жучит. Так, он готов. Целится. Еще раз будешь целиться. Нормально. Как же вас обожаю. Глубеньких и простеньких. Так, из портальчика уходим. Уходим отсюда подальше. Так, жмем бонус и быстренько туда. Оху, куда-то. Ох, пришли, как хорошо там. Парочку мы уничтожили. Тут еще и сверху собачка. Уходим отсюда. Уходим в другой портальчик. Так, вон мы сверху. Тут какое-то деревце растет. Так, вижу душу. Видимо, ее потом нужно будет уничтожить. Потому что до нее пока не добраться. А хотя можно даже и добраться. А это не получилось зацепиться. Хорошо, уничтожим всех подряд. И тогда уже уничтожим душу. Так, ну где вы, ребята? Где-то сверху мне присутствует. Спускайтесь ко мне уже. Ах, вот собачка где-то рычит. Вот она, наша собачка. Сейчас она ведь готова. Тебе можно уничтожить. А где ж побольше монстров-то? Это обычно, и с ними не очень там. Он готов, с выстрелом уже. Куда собрался? По печени тебе и готов. Так, еще есть? Конечно, есть еще. Хотел просто обнять меня. Так, можно ракетами его? Держи ракетку. Так, он еще живой. А он еще живой, еще и... Так, он тоже готов. А вот еще и монстр. Давай, поднимайся наверх. Сейчас с тобой разберемся.
Мне нужна реальная масса. Где вся масса? Какие-то реально по мелочи приходят, ребята. Так, он готов. Давайте наверх доберемся и посмотрим, что он наверху. Наверху довольно будет вид получше. Ну, как ты прожигаешь-то? Так, возьмем пронижа и подбежим поближе к нему. Сейчас засунем тебя, дробовичок, в одно место. Так, ну что у нас? Ребята бегают. Здесь разновидность. Всего лишь три вида здесь у нас. Ну-ка, давай-ка наверх. Наверх и вот прям к ребятам. Здорово, ребята. Одного и второго. Красиво получилось. Куда собрались? Бегают в разные стороны. Кто куда, как говорится. Словно паника на корабле. О, вот и другие пришли. То, что нужно. Я уже очень долго ждал. Так, можно уничтожить его. Так, у нас уже брони нет. А в коленку его. Это шикардось. Хорошо, у нас пошел бластер уже. Давай-ка уже другим оружием. Ну, сейчас устроим. Так, пошел уже снаряд. Пошел снаряд. Давай еще раз снаряд. Не, он только перезаряжается. Как тебя колбасить-то? Держи гвенку, закидаем просто гвенками. Ох да, вот то, что нужно, ребята. Сколько вас тут? И реально уже не промахнуться. Вот то, что нужно. Так, возьму ракетку уже. Ракеты просто ракеты. У меня мало жизни. У меня чертовски мало жизни. И будем воспользоваться крутой пушкой. Ребята, поцелуемся. Пускай пушку уничтожит. Так, хорошо, быстро куда-то найти жизни. Нам нужно просто уничтожить парочку монстров. И там у нас будет жизнь. Так, ну никто не бежит. Нет, никого нету. А, хотя появился один. Так, нужно уничтожить вручную его. Так, ну пускай так уже. Есть жизни. Вот жизнь есть. Так, ну что, подходим. Так, нужно уничтожить. Что у тебя там хорошее будет? А, коленку, сколько тут добра-то у тебя? Как и живучи-то. Так, прям в задницу. Он готов. Мне, походу, по задней прессует. У меня мало патрончиков уже. Кто мне прессует это сверху? Не вижу его. Так, уходим в другое место уже. Ушли в другое место. Мне нужно бронь найти. Кто-то реально рычит. А вот рычишь. Прикрышку. И сразу идем в атаку. Ох ты, да. Как же жесть мою остреляли. Хо-хо. Так, походу и все. Мулечка закончилась. Нету, есть, не закончилась. Он еще сверху есть. Набирает энергию. Не успел. Нормально, есть жизни. Забираемся наверх. Наверх мы уже присанем крупненького. У него будет довольно много жизни. Так, он готов уже. И что у тебя добра? У тебя ничего даже практически нету. Как это очень даже плохо. Так, если сейчас снизу. Ух, пошла потеха. Сейчас мне в заднем целится. Что-то мне реально в сзади целится. Неплохо. Нужно забраться наверх и забрать у него жизни. Если что-то, конечно, у него осталось. А чего он не цепляется? Не залезли. Ух, сколько их тут-то? Так, есть жизни. Есть жизни. Нужно его добить как-то аккуратненько. Ух, можно добить. А вот фишки тут гораздо больше. Когда добиваем, гораздо больше. Забрался наверх. Сейчас с тобой разберемся. И автоматом сразу же. Так, он готов, у него ничего нету. Нужно добивать их просто вручную, тогда будет гораздо больше. Сейчас попробуем добить его вручную. Раскидался кислотой-то. Так, давай-ка поближе. Вот так, генка пошла. О, красиво получилось. Сейчас добьем тебя вручную, конечно же. У меня мало жизни. У меня мало жизни, и нужно от тебя забрать побольше жизни. Здесь ты уже кончаться будешь. Как вы живучи-то. Ох ты да, слишком я перестарался. Так, что-то слишком много их. Вторая душа, их слишком много. Так, можно его присунуть там прям в мордашку. Прям в мордашку взять дробовичок. А у нас нет патронов практически. Эх, вот жизни наша. А где наша бронь? Ох ты, о, как появился-то. Просто реально нежданчик. Может хотя бы у тебя взять жизни? Если, конечно, это дело получится. Раскидался-то. Так, нужно аккуратненько его добить. Нужно аккуратненько его добить. Ох, да, можешь забрать. Ну все, держи свои рожки прям в мордашке. Сколько у тебя припасов-то? Так, есть еще ребята, конечно же. Тебе тоже что-нибудь хорошее будет? Да, что-то есть хорошее. И что у нас? Кто-то, походу, еще остался. Так, вижу, сверху какой-то есть бонус, друзья. То, что нужно было. Слишком мы долго бегали, не взяли. Ох, бонус, ну что, сейчас уничтожим. Где вы, ребята? Последние уже, реально стали последние. Последний есть, нет еще. Музыка играет, а вот наш. Походу и все. По идее, да, открылось ворота, не можно пройти. Как-то слишком опоздали мы с бонусом. Мы реально не ищем легкие пути. Ух, сколько припасов. Да, пополнили максимум, и можно уничтожить вторую душу. Большой взрыв, вторая душа уничтожена, и нам пальцем показывают вон туда. Ну что, идем уже? Мы готовы надрать задницу в последний раз.
Ну, в принципе, все собрал здесь. Здесь у нас больше ничего такого интересного нету. Но вот бонус нужно было как раз собрать и раньше. Так, секундочку, нужно подняться наверх. Так, мы тут не заберемся. Вот тут можно подняться. Так, что с дробовичком? Бесконечное количество, то, что нужно. В последнюю пасть входим, надеюсь. И уничтожим уже... Ох, что здесь такое-то? Так, идем дальше. Так, нужно включить что-то. Включим и посмотрим, что у нас. Сим-сим, откройся. Так, наверх нужно. Так, контрольная точка, значит, мы куда-то добыли. Куда-то прибыли. И вот наша третья душа. И что у нас тут? Обстановочка. Так, вижу, все-таки парочку есть. Ну что, перемещаемся? Уже посмотрим обстановку. Вот, ребят. О, какие серьезные сразу же. Так, пошла гренка. Нас там сразу двое. Держим позицию. Неплохо прям в полете. Вот сюда, готово. Заиграла музыка. И начинается потеха. Мне нужно найти быстренько, где находится бонус. Его взять, конечно. Кажется, я уже вижу. Да, четырехкратный урончик. Давай-ка наверх. Давай наверх, прямо сюда. Четырехкратный урон. И готово надрать задницу. Там бабочка. Во время бабочки. О, готово. Мордашка лежит. А он живой? Он, похоже, живой был еще. Все равно добили его, конечно же. Эх, сейчас разберем со всеми. Может, где-то дробовичок обычно? Ух, таким макаром уже. Где твоя бронь? Ребята, подходите быстрее, пока у меня четырехкратный урончик. А потом уже держитесь подальше от меня. Так, где они? Спускаются в куски. Мясо вижу. Пошла гренка. Так, есть собачка. Сейчас быстренько с собачкой разберемся. Так, греночка сразу. Еще раз гренка. Не получается. Тут долго слишком перезаряжается. Так, он готов как раз вовремя. И у нас закончил четырехкратчик, так что придется уже нам вручную добивать уже. Ну что, начинается. Так, по широке нужно. А сколько у нас патронов? О, секунду, нужно его добить. Быстренько его добьем уже. Я не успел, походу. И он живой еще остался. Теперь точно мертвый будет. Сейчас будет мертвый. А сколько патрончиков у нас в суперпушке? Два патрона. Это, в принципе, хорошо. Нас бодает. Нас просто прям задницу бодает. Давай наверх. Давай наверх скорее. Ух ты, да, полетели подальше от собачки. Там, походу, у нас две собачки даже. Как же мне прессует. Ну, полетаем. Это реально круто летает. Так, ну что, где они уже? Я как-то их потерял. Походу, на той стороне. А вот они спускаются ко мне. Нужно найти хорошее место. А вот у нас есть жизнь. Я попомню. У нас есть бензопила. Ух, сейчас собачку найдем. Сейчас разрубим кого-нибудь. Главное, покрупнее выбрать. Мелочь нам рубить не надо. Так, уходим туда. Так, мелочь. Это просто пузатая мелочь. Уходим куда-нибудь в другое место. Так, реально какая-то пузатая мелочь. Где что-то покрупнее? А вот наш. Сейчас разрубим тебя. Он решил куда-то убежать просто. А мы просто ему в задницу. Так, кто еще покрупнее? А вот бежит он. Ух ты, да. Он просто перепрыгнул. Нет, все-таки мы его разрезали. Сколько крови-то, сколько мяса и боли. Так, ну что, ребят, появляются? Вроде еще появляются. Так, и что-то у нас хорошее. Осталось уничтожить, походу, мелочь. Давай наводка. Вижу на дереве его. Кто такой прямо передо мной? Так, еще живой. Теперь уже мертвый. Вот так, мордашку готова. Все очень непросто. Так, где-то сверху появился. Так, вижу сверху. Сейчас подходим поближе, просто в мясо его. Так, еще один. А он не проблема. Так, это реально пузатая мелочь. Где наши покрупнее монстры? И вот наши крутые монстры. Ого, слушайте, все вместе. А ну-ка поцелуемся. Ох ты, да, сколько сразу отняли жизни. Так, давай-ка наверх. Наверх просто. И вот так в полете. Две ракеты. Ну, хотя бы одну ракету. Все равно было эффектно, довольно. Это припрыжка. Так, у нас, походу, проблема жизни. У нас реально проблема жизни. Закидаем гренками. Там есть еще монстры. Эх, давай-ка еще раз все вместе. Так, можно добить его. Сейчас добьем его. Он какой-то злой-то. Обмазали просто об стенку его. Так, ну что, пошли гренки. Реально уже их очень много стало. И больше на суперпушке нету. У нас довольно мало жизни. Нужно уходить отсюда. Ох, где да. Нужно реально уходить. Так, закидаем. Там еще монстр здоровый. Наводочка пошла. Так, слишком мало у нас жизни. У нас очень мало жизни. Так, еще наводка. Эх, жесть. Нужно другую пушку. Сейчас другую пушку выберем. Ох, ребята, держите. Мне не жалко. Все для вас. Там от последний остался. Бежит один одинешенька. Как же его уничтожить, даже не знаю. Пускай будет так уже. Так, у нас там очень много жизни, нужно пойти пособирать. Так, можно вручную уже. Нет, не вручную, быстренько пособирать. Так, вижу монстра внизу. Быстренько все пособираем. Вроде все собрали. Ох, можно было добить его. Как-то я не заметил. Сейчас добьем еще разок. Слева-справа. О, какие у тебя
Как его уничтожили? Залез наверх и просто уничтожили. Хорошо, что у нас тут есть? Припасики какие-нибудь? Вон, вижу, какие-то есть припасики. Сейчас пособираем. И у нас последняя, третья душа. Так, вижу, дверь открылась. Можно пойти уже, конечно. И у нас там есть припасы сверху. Да, есть припасы, есть бронь. И сколько тут брони-то? Все максимум практически. Только не бронь. Последняя душа, третья. И нужно будет, конечно, закрыть будет колодец. Какие человеческие звуки-то? Так, ну что, 90 метров, а куда именно идти, нам даже и не показали. Походу, нужно вон туда идти. Ох, нужно аккуратно спуститься. Так, ну давай-ка идем туда, именно где побольше света. Побольше света прямо внутри. Мне кажется, мне очень много света. Я чувствую, здесь будет у нас какой-то босс. Они так много мне обещали. Какой мегапаук, вот это крутень, друзья, обожаю пауков. Хорошо, у нас что есть, мне нужны реально крутые снаряды. Давай-ка, наверное, большими его, вот поцелуйся, он с моей крутой пушкой. Так, еще раз, у нас 0 патронов, 0 патронов, его колбасить хорошенько. И, наверное, целиться нужно в мозг, гораздо будет эффективнее. Хорошо, будем пытаться целиться в мозг, хотя он даже мозг подставляет свой. Ох, уходим, так, держим. Походу, есть колонны, и они реально очень спасают. О, он просто уничтожил ее. Хорошо, сейчас мы, давай, поцелуйся. Так, выгнал все-таки ракетами. Ракетами гораздо будет эффективнее. Ну, как тебе, нравится? Еще держи парочку, тройку ракет. Так, что происходит? Какие-то бластеры, нужно было прыгнуться. Подальше, подальше. Здесь какие-то колонны, они довольно спасают. Там есть у нас броня жизни. Так, давай-ка наверх. Наверх просто в мозг ему. Хорошенько в мозг поджарим. Так, наверх еще раз. Он слишком быстро перемещается, даже не знаем. Давайте на другую посмотрим, что у нас с этой. Ох, прям в мозг ему. Хорошенько пощекочем мозги ему. Ну как, тебе нравится? Походу, мне очень нравится. Так, сколько у него жизни? Так, при прыжком нужно успевать еще прыгать и приседать. Обалдеть, еще и целиться нужно же. Так, ушел в другую сторону. Что ты, интересно, придумаешь на этот раз? Вот, на нас как-то зажимает. Так, при прыжку допрыгнуться сразу. Да, все, в принципе, понятно и по ней... И очень просто даже. Так, практически 50% мы его уничтожили. Так, ну что, давай вот таким снарядом. Ух, как его кубать. Ну, кончается уже патрон наш. Ему, походу, это нравится. Реально нравится? А что происходит? Так, походу, пускай ток. Так, ну-ка, давай-ка гренкой прям наверх. Прям наверх греночкой и давай-ка ракетами. Да, прям ракетами. Так, бью с ватахом. 50% жизни мы его отняли. Ну, в принципе, хорошо. Так, ну, побольше. Так, жизнь как не отнимается. Секунду, опять пускает ток. Еще разок. Что происходит? Ух ты, жесть, какие-то шипы еще пускает. Жесть, нужно было просто уйти оттуда. Хорошо, давай-ка. Подожди, отнимается, все в порядке. Так, тут еще у него есть оружие с ним. Ну, что уметь, у меня реально кончается уже припас. Наш припас кончается. Так, прыгнуться. Прыгнуться. Остался дробовик, что ли, какой-то? Какой черту дробовик? Нам нужно реально что-то другое. Так, что у нас есть? У нас, в принципе, есть тут такая. И, в принципе, неплохо. Так, он снова пускает ток. Снова ток, мы наверх. Когда жизнь не отнимается, можно, в принципе, гасить, когда он так пускает. А потом просто нужно уйти, что ли? Да, появляются шипы, нужно просто уйти. Так, еще разок. Ох, как уничтожили. Ну, процентов, наверное, 70 точно мы уже уничтожили. Так, у нас 150, в принципе, неплохо. А где можно собрать жизни? Там что-то бонус. Так, снова решу бластером допрыгнуться. И прям вот так, неплохо. Чертовски неплохо. Пока что идем. 140, что-то собрался. Даже не знаю, поджарим мозг его, конечно. У нас ничего интересного нету. Так, пускай ток. Может как раз в этот момент и гасить его. Гасим, гасим. Так, ну, нас сбросили. Жесть. Давай наверх, там шипы еще. Что происходит, когда нужно прыгать, даже не понимаю. Хорошо, что у нас есть еще? Это у нас нету.
У нас есть парочка бластеров. Так, пошел снаряд, он ему даже по барабану этот снаряд. А если подойти чуть поближе, уже пытаться ему где-нибудь уже оружие уничтожить. Это, мне кажется, без разницы, куда именно стрелять. Так, давай-ка наверх. Наверх у нас кончается реально патроны уже. Придется уже, наверное, воспользоваться, даже не знаю, бензопилой. Какая черта бензопила? Поближе к нему? Вот таким макаром же. Так, нужно уйти. Сейчас шипы будет. Ох, есть жизни. То, что нужно. Прямо в мозг. 63%, в принципе, неплохо. Так, ну что, пошла гренка. Даже не очень неплохо этой гренки нам спасает. Так, походу, как-то уже колбасит. Ну, реально уже колбасит. Сейчас мы его добьем. Так, у нас есть крутая... У нас есть крутая пушка, и сейчас мы поцелуемся. Хо-хо, как хорошенько мы рванули-то. Так, можно еще разок, пока он стоит на месте. И можно сразу гренкой добить его. Ох ты да, он практически уже на земле, друзья. Сейчас мы его добьем быстренько. Так, давай-ка гренкам, уже ползает. Он реально уже ползает. На 20% жизни, и мы его добиваем. Он просто зажимается. Наш мегамозг, это что такое? Он решил чем-то популять уже. Так, нужно быстренько гасить его. У нас есть ракетами, и сейчас наводочкой ракетами. Эх ты, блядь, как его скукоживает. А че, мне даже непонятно. Где он вверх, уходим. Он пуляется. Реально пуляется. Так, ваша ракета. Неплохо. У него не отнимается жизни. Вот в чем проблема. Секундочку, нужно прицелиться в мозг. У него мозг стал очень маленький, и нужно просто реально целиться в мозг. Вот в чем беда. А вот со стороны был довольно большой мозг. Как раз вот буквально чуток. Ракеты слишком долго летят, поэтому у нас... Давай же добей. Готов практически. Давай-ка, последний снаряд. И сейчас он, походу, рванет. Это было круто. Вы победили. Все кончено. Вы остановили вторжение и закрыли портал. Но это далось дорогой ценой, агент Вега. Вся наша деятельность. Понимаете, я следил за вашей работой, понимал вашу мотивацию. Вы думаете, единственный способ — это убить их всех, не оставить ничего? Возможно, вы правы, но мы не можем все так просто прикрыть. Без агента энергии миру будет хуже. Я не жду, что вы со мной согласитесь. Но так мы сможем продолжить нашу работу. Я не злодей. Я делаю это все, потому что иного выбора нет. Перерасчет координат захвата завершен. Наше время вышло. Я не могу убить вас, но и не допущу, чтобы вы нам мешали. Мы еще увидимся.